Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Номер 7. Урок 28. Задание со звездочкой. В квадратном зале для танцев поставь вдоль стен 10 кресел так, чтобы у каждой стены стояло кресел поровну. Итак, наш зал для танцев. Расставляем 10 кресел таким образом, чтобы у каждой стены стояло по 3 кресла. Таким образом, что у нас получится у всех 4 стен кресел одинаково. Итак, первая стена. 1, 2, 3. Вторая стена. 1, 2, 3. Третья стена. 1, 2, 3. И четвертая стена. 1, 2, 3. Теперь проверим, 10 ли кресел мы расставили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.